Приветствую тебя опять, ценитель научной фантастики, космических приключений. Мы находимся на Луне, недалеко от Земли, вот она, Земля наша. А вот, кстати, Африка, я смотрю, они замутили, вон там Аравийский полуостров. Да, прикольно. Атмосфера. Небольшие шторма, вон там такой... закрутило. Чуток. Вот, значит, мы находимся в логове корпорации СЕД. Ну, или центральный офис, блин, как еще сказать. Это корпорация, которая, в принципе, нормальная, но они считают меня за террориста, и мне нужно подгрузить компромат. Не компромат, а правдивый компромат на одного как раз... на того, кто во всем и виноват. Давайте-ка заглянем в эти закоулки. Вот тут еще есть что-то такое вообще. Понятно. Тут, короче, еще один вход. А, в общем, мы еще не пришли. Я еще не пришел до конца. Нет, осталось мало патронов. В нашей винтовке самый любимый Mass Driver, который стреляет массой. Вот здесь магазин с 5 патронами. Все. Блин, ядрить влево, блин. Кто это? Слушайте, капец, валит. Вот этот по нам стреляет, а? Йокала мене. Слушайте, нас, короче, двумя ударами практически мы были уничтожены. Нет, это... оказывается, по нам стреляет другой чувачок. Ой, ничего себе, нас выбросило где? О, в прошлый раз я не смог подобрать. Или этот... остался один импакт... мортер. Это бомба, которая взрывается... создает такое силовое поле, называемое импактом. Короче, смертельное силовое поле, которое просто может размочалить, если куча роботов вместе летает или собралась, она может всех роботов, всех этих роботов размочить. Давайте-ка вот так вот сделаем, потому что мои шмотки, вот они так летают красиво. Все мои чемоданы. Так, я вроде все забрал. Ну и в этом уровне мы познакомились, вернее, подобрали Black Shark. Слушайте, надо, короче, определить, куда нам стреляет пулемет, потому что... А, я вижу, вот они. Вот они, эти пулеметы. Раз, два. Короче, надо свалить. Да, вот они. Они хорошо, кстати, стоят. Мне тяжело спрятаться. Надо от них спрятаться. Все, я от них спрятался. Теперь можно замочить вот эту пушку, блин, базером. Сейчас ее замочим. Или вот плазмой, например. Так, осторожно. Как эта пушка хитро стала. Ты смотри. Вот и все. Ничего не осталось. Там вдалеке летает истребитель, но нам еще не до него, нам не до него, потому что нужно уничтожить вот эти вот, я даже знаю, чем я их уничтожу, вот этим AMD ганом, вот и все. О, нам, у нас есть возможность, была возможность пролететь. Кстати, у меня мало энергии, блин. На AMD-ган. И с AMD-гана нужно стрелять близко. Так, что тут в ямке? Нет, ничего. Забуду стрелять. Надо так подобраться. Вот, где-то вот отсюда. Вот, видите. Только сейчас не вот так вот. Еще. Интересно, сколько мне долетает или нет.
блин. Ёлки-палки, неужели не долетает? Долетает или нет? О, долетает, это хорошо. Значит, теперь мне нужно... Блин, не очень прикольно. Как они, смотрите, друг друга прикрывают, блин. Как же... Где-то надо найти такое местечко, знаете, удобненькое. Наверное, с той стороны. Найти удобненькое местечко. Чтобы размочалить эти пулеметы. Сейчас что-то просто. Так вот. Где он там? Вон он. Так, осторожно, видите? Вот елки-палки. Так. Можно будет размочалить. Смотрите, какая у них сила удара. Они стреляют какими-то очень довольно какими-то странными патронами. Так этот я размочил. Все, у меня уже нету, блин, энергии. Осторожно как-то встать. Видите? Тяжело. Я не хочу здесь. Я не хочу здесь остаться, блин. Твою мать. Здесь, знаете, какого-то совершенно нет никакого желания собирать чемодан. Шутя, обалдеть вообще. Слушайте, там не просто какие-то патроны, она, похоже, стреляет. Я не могу сообразить, если честно. Я даже не могу сообразить, чем стреляет. О, давайте-ка мы сейчас подберем вот этот вот пулемет. Попробуем замочить. Я, кстати, замочил его. Все-таки последний снаряд его. Да, ребята. Так не покатит, если честно. Это не простые какие-то пулеметные, блин. The dad of all God has spotted you. The dad of all God has spotted you. Я понял. Dad of all God, он приближается, блин. Но мы нашли тебя тоже. Мы тоже тебя видим, поэтому... Мы тебя сейчас... Снайперка нашей. Что случилось? The command center now on level 3 alert. Короче, нас полностью засекли. И командный центр на самом высоком уровне. О, здравствуйте, истребитель. Смотрите. Ну-ка, попробуй-ка запустить, знаете, еще циклон. Пусть он их немножко по... Ну-ка, посмотрим. Хоть кого-нибудь он зацепит. Но здесь он зацепит точно кого-нибудь. Ёлки-палки. Так, этого я замочил, отлично. Так, что тут такое? Вот, блин, ёлки, твою мать, кто ж по мне стреляет? Вот этот, наверное, а вот он. Ох ты чё. Ладно, давай, циклон, разбирайся. Все, готов. Представляете? Циклон, блин.
с ним справился. Так, вот это Энди Ган должен разобраться с этим. Есть, есть, отлично. Значит, у нас там полно щитов. О, здравствуй. Я тебя вижу, чувачок. А ну-ка, отправляйся подальше, все, готово, как разлетелся. На мелкие куски, видите, блин, в этой атмосфере Луны. Все разлетается, блин. Не на шутку. Так, блин. Что тут осталось? Есть пулемет или нет? Да вроде нет. Отлично. Так, у нас, похоже, управляемых ракет до хрена. Так, что такое? Это, в принципе, бесполезное такое строение. Даже не знаю, надо... А, это, по-моему, даже какая-то пушка, смотрите. Короче, эта пушка, наверное, нас, может, сейчас, видите, замочила нас. Это... Service cannon has fired. Да, слушайте. Слушайте, а ну-ка сейчас посмотрим, где я там... Хорошо, что я загрузился перед тем, как встать перед этой пушкой. Интересно. Собирать свои чемоданы. О, отлично, здесь патроны. Собирать свое шматье, блин, напротив этой пушки что-то. У нас еще один пулемет там висит. Что-то не очень прикольно. Короче, я не знаю, какой смысл там был проходить через это, эту территорию, потому что здесь ничего нет такого интересного, только пушка. Так, вот это подбирать я пока не хочу. Мы вернемся сюда. Что это такое вообще? Тоже нет ничего. Короче, смысла сюда идти вообще не было, наверное. Тут нет ничего интересного. Да? Вот смотрите, это какая-то дверь. Сюда, а, это, наверное, выходит к пушке. Я не знаю, есть ли какой-то смысл вообще был. Ну ничего страшного. Мы потихоньку очищаем территорию. Осторожно. Нужно идти и быть внимательным, не попадаться под прицел, потому что как раз этот вход в эту долину, он как раз вот напротив этой пушки, если она нас засечет, то от нас тут ничего не останется. Я вот палки так смотрим. Пушка другая, блин, вот это что ли? Нет, нет, а тут есть еще одна какая-то пушка, которая она по нам стреляла. Такими вот пулеметными, вон она, пушечка эта, которая стреляет по нам такими неприятными очередями, которые очень тяжело. Просто тяжело вообще остановить. Вот. Видите, попал. Отлично. Похоже, там еще одна пушка есть. Отлично, сделали ее тоже. Я, честно говоря, так и не догоняю, чем эта пушка стреляет таким.
Она, кстати, может быть даже стреляет масс, что ли? У нас не осталось вообще ничего. Сла без щиты и жизни. Вернее, жизни. Что это? Непонятно, что. Один из самонаводящих. Невидимка есть. И ускоритель. Может, ускоритель пригодится. Ускоритель стрельбы, наверное, пригодится. Давайте-ка соберем. Так, что у нас тут такое? Такой балкончик, карниз. Осколочные снаряды. О, вот это я еще не видел. А, и только одно, значит. Это пока не трогаю, потому что... он нам пригодится. Давайте сделаем инвентаризацию. Значит, у нас два Black Shark есть, две ракеты. Три миги. Хотя было пять. Да, было пять, стало три. Блин, они как-то... вооружение уменьшается, когда вас убивают и вы восстанавливаетесь. Потому что это, это, конечно, то ли баг, то ли может... не знаю, так и понятно. В общем, я потерял уже хоть две Black Shark осталось. Но вот я потерял две меги, я вроде же меги не использовал. Или... нет, не использовал. Значит, ладно, так и получше сделаешь. Давайте... дверь. Вот это такой секретный вход. Похож на лифт или какой-то такой, знаете. О, что-то такое. Complete update data vault key. Все. Вот этот хранилище данных. Перед нами. Сид. Куда нам нужно попасть и загрузить очень важную информацию о том, кто на самом деле кто есть кто. Тут будет битва сейчас. Тут будет вообще черт знает что, я сейчас я даже не знаю, кого же оружие используют. Вот это вот. Уже все готово. Будет кто-нибудь победить отсюда или нет? Я уже слышу, там находятся. Там находятся такие. Если учесть, что у нас тут, блин. Да еще и с огнеметом. Эта дверь открывается. О, даже мелкий. Так, открываем. Так вот, давай-ка. Слушайте, у меня тут Black Shark поднялась. Я чуть не запустил Black Shark. Black Shark очень рано запускать сейчас. Пулемета. Пулеметом можно пользоваться. Так, что тут у нас такое? Главное не запутаться. Что здесь можно запутаться? Факт, не нравится мне этот. Вот видите, я запутался. Не вижу, куда нам. Сюда. Давай отваливайся, мне красить будет. Вот так вот нас. Эти двери нам не дала. Я.
оказался здесь. Пулемет надо схватить. Пулемет есть, есть. Ну так. Я просто смог найти выход. Если не найти выход, то вас там просто сожмут, блин. И от вас еще не останется. Так, вот этот вот импакт мортар хорошо сработал. Так, пулемет выбран. Значит, мы посередине. И вот, значит, мотать нам нужно вот так вот, видите, тут хрен пройдешь. Может застрять, блин. Сколько я потратил? 4 самонаводящих ракеты потратил. Кто-то еще вышел. А я знаю, что надо мимо. Там это находится ротилка, блин, по этим. Находится ротилка. Похоже, нам нужно ее отключить. Вот она. Так, внимание, чтобы Black Shark не запускать. Если бы я в этом помещении запустил Black Shark, то меня бы затянуло. Меня бы затянуло и разорвало. Как-нибудь скоро. Блин, да что ж. Я включу. Вот так, видите. Тоже был. Не вечный. Здесь. Сюда. Нет, не сюда. Но тоже не вечный и не бесконечный. Так, я надеюсь, они уже не появляются, эти роботы. Я же вас я эту машину отключил. Вот она отключена. Это это такой солярий, что ли? В общем, это хрень производит роботы. Ее нужно отключить. Если вы ее не отключите, то смысла их убивать нет, а только растратите всю свою амуницию и все. Все свое вооружение, амуницию, блин, снаряды. Конечно, вон дверей, блин, дверей хватает. Так, похоже, можно идти подбирать тот пулемет, который там наверху лежит. Ставите как. Видите, как шумит ветер, потому что здесь огромная территория, просторы. Где-то 5000 патронов будут набрать, да, точно, 5000 подобрали. Открывай дверь. Хранилище данных, блин, морское. Так, давайте посмотрим, кто у нас тут такой. Какой-то оператор тут, смотритель, или это ж приемная, секретарь. Чувак, ты ж, ты понимаешь? Что я не тот, за кого ты меня воспринимаешь, хотя мне, конечно, приходится уничтожить всех роботов, что могу сделать. Так, где же тут вторая дверь, блин? Или
Можно пойти сюда или пойти каким-то другим макаром. Ни хрена себе. Так, я слышу. Здравствуйте. Какие-то такие слышные звуки. Звуки по производству роботов, знаете. Но это перестало. Camera monitor. Security camera monitor on. Мы можем смотреть на off on. Security camera monitor. Мы можем включать эту камеру и выключать. Через дверь пройти мы не можем, скорее всего, потому что очень высокий уровень секретности начал. Какие-то такие звуки, знаете, неприятные. О, я так и понял, я так и знал. Это он издает звуки, перезаряжая свой автомат, блин. Где он тут? Вылетать что-то мне неохота, потому что если я вылечу... Только ты вылетишь. А, понятно. Сколько их тут? Два. Ёлки. Отлично, мы убили самоубийцу. Теперь можно садиться, например, ты сюда. Я так заныкался. И вот так сделать. И так сделать. Возможно, ой, елки. За нами тут уже кто-то охотится. Возможно, тоже смысла нет, потому что вот там вот, наверное, тоже какая-то лаборатория, блин, по производству роботов. Их нужно быстро все подключать. Нет. Нет, да или нет? Ну, вроде нет. Палки, я так знаете, разведку боем проводил, но это, конечно, опасно. А вот здесь можно, кстати, запустить Black Shark, мне кажется. Смотрите. Ну, вы видите, как это не ошибся. Попала в дверь, значит надо перезагрузиться. Что же сделаешь? В общем, я перезагрузился, так как я использовал Black Shark не по назначению. Давайте, значит, я не использую смарт, но здесь вот. Смарт, давайте. Слушайте, я потратил 3 смарта. Потратил 3 смарта, блин, морской. Твою мать. Напрасно. Ну, может, не сильно напрасно. У нас ганбои тоже были, я их растерял. Я так понимаю, каждый раз, когда я восстанавливаюсь после смерти, видите, у меня, блин, у меня вообще нету, дивизии, у меня нету моих красных ракет. Короче, блин, жаль, жаль, я, короче, каждый раз, когда я вот так вот восстанавливаюсь, или когда меня убивает, в общем, пока они есть, их надо использовать. А что это такое? Earth Defense, защита Земли, как она работает с Луны, видите? Вот Луна, с Луны вот управляется. А вот Security Alert, Intruder, это про нас.
тут ничего включить нельзя, выключить ничего нельзя. К сожалению, мы потеряли просто так два гнезда, просто обалденных вида вооружения. Да, отлично, нужно после этого. Сейчас мы тут спрячемся, вот так вот хитро. Попадаем в него или нет? Давайте, пока у меня попали, только энергия у меня тоже попала. Что у нас есть пулемет? Значит, пулемет можно использовать, отлично. Так, откуда я пришел? Вот этот производитель роботов. Откуда я пришел? Здесь я не был. Это, похоже, проход дальше. Тут давайте подберем. Нет, не буду подбирать. О, вот он. Делатель роботов. Ой, случилось. Complete data interface. Ёлки-палки, ты смотри. Короче, сделал что-то очень хорошее, блин, вернее. Твою дивизию. Нет, не надо. Интересно, сколько у нас Black Sharks-то? О, смотрите, 3 меги оказалось у нас тут есть. Все-таки я их не потерял. Это у нас камера. Камера нам показывает, блин. Какая? Вот эта камера нам показывает. Но она нам, наверное, не нужна. С чем? Data interface. Camera monitor. Security camera off. Security camera on. Хм, понятно. Пока нам security camera не нужна. Камера. Давайте подберем энергию. Блин, тут какая-то просто хрень там вообще, он стрит. О, отлично. Снарядов чуть-чуть подобрали. И тут, знаете, сквозняк, ветер дует. Иначе я как куда-то... Я что-то сделал, Guidebot installing data initializing data interface. В общем, мы движемся по расписанию. Вроде как все в порядке. Вот эта хрень такая, вот что такое. Interface prep instructions downloaded. Давайте посмотрим, что это за инструкция тут. Instructions. Welcome to the data interface prep room. Pilot before uploading any information at the data uplink center, your ship's data interface must be initialized. The prep your ship enter the initialization hub in the center of the room. Вот это вот инструкция. Мы случайно это уже сделали. Вот такая дверь здесь, смотрите. Вот здесь вот входят и выходят сотрудники, блин. А я уже, короче, все, что мне надо, я тут сделал в этой комнате. Все, идем отсюда. Все забрал.
Значит, запоминаем, что у нас тут пулемет где-то вот в этом вот месте. Вон он. Мы его пока не трогаем. Так, и в какой-то комнате я тут еще не был. Или у всех уже был. А вот сюда я пришел. Куда-то я не пошел. Я не пошел сюда, хотя мы можем еще туда пойти. Или сюда вниз, блин, смотрите. Сюда можно идти. Здесь, скорее всего, энергия. Блин, тут, короче, лабиринт еще тот. Вот тут тоже какая-то хрень. Просто проход. О, начинается. Начинают появляться вот эти вот роботки. Роботок появился. Вот, что тут такое. Так, здесь мы были. Вот тут мы не были еще. Тут я еще не был. Я уже слышал. Я слышал битву морской. Тут уже, блин, тут уже их хватает. Они не хотят выходить сюда. Они слишком умные, эти роботы, блин. Тут уже фигня открывается. Давайте поуберем. Просто уберем, чтобы она на нервы не действовала. И, наверное, что здесь такое? Делал палки. Я успел его уничтожить. Блин, сюда. Ёлки-палки-моталки. Здесь так легко заблудиться вообще. Дивизию, а. Так, похоже, можно подбирать. Сейчас нас взорвут. Давай же, взрывай нас. Я удачно, меня удачно разорвало, блин, на куски. Вот, осторожно. Надо было гамбоя где-то выпустить уже сейчас. Надо где-то выпустить его. У нас аж 20 снарядов. А кто ж тут? Что ж сделаешь, уже знаете. Так, пусть уже лучше разорвется, чем будет нам на нервы действовать. Мы эту манту уже и так, и этак. Она все еще жива. Все. Теперь вот нам нужен пулемет. Теперь вот. Теперь он нам нужен. Все.
блин, я, короче, потрачу на него вообще все. Ой, как же это неприятно, когда он тут на вас летит. Ему пофиг. Ему все равно. Сказывает мне чувство, надо валить, блин, отсюда нахрен, потому что эти роботы, они будут бесконечно там появляться. Так, а кто-то там... Кто-то здесь есть. Ого. Ой, блин, пушка. Серьезная пушка. Вот такая серьезная пушка, ну просто еще лучше, блин, отлично, у нас есть огонь. Давайте-ка, так как у нас 5. Мы их сейчас вот так. Они такие чуть-чуть, они не такие быстрые, как другие роботы, поэтому их можно так вот немножко. Подождем, пока они там погорят что-то. Погорят, отлично. Отлично, погорели, все. Да еще и пулемет появился. Подберем. Напалм. А, понятно. Здесь еще много. Шматье осталось. Вот елки, по-моему, похоже. Это можно было и лазером сделать. Поздно. Так, давайте-ка замочим огнем. Вот тут у нас есть. Пушка такая, такая неприятная пушка, вот она, вот тут. Где она там? О! Вот это вот мы почувствовали на себе mass drive удар. Удар... Где же ты, блин? Я не хочу оказаться, блин, убитым в каком-то самом дебильном месте. А вот она. А я понял, все. Она еще и движется, елки-палки. Еще и двойная, еще и движется, блин. Короче, в этой пушке. Этой пушке нужно немного времени, чтобы перезарядиться, блин. Мы почувствовали на себе удар mass drive, не знаем, что это такое. Полная дезориентация в пространстве. Елки-палки, тут еще кто-то есть. Это, конечно, немного совсем опасно, но если двигаться, если двигаться, то, видите, нам повезло. Так, гайдбот должен. Все готово. Подобрали mass drive амуницию. У нас совсем мало осталось. Так, кто тут, блин? Где ты? А, вот он. Ходит там. А,
Давайте попробуем его тоже пулеметом замечать. Ох, они тут построили вообще. О, этих у нас уже тоже нету. Я слышу нового робота. Где-то он тут есть. Блин, морской красоты. Ёлки-палки. Смотри. Я что-то совсем углом, чтобы меня этот робот с напалмом. Тогда можно было, знаете, что запустить? Вот это вот импакт. Как раз оно там в этом коридорчике. Так, не надо. Блин, мы его замочили, но это нам стоило. Робот, туши нас, туши. Черт. Поздно. Давайте-ка стрельнем туда импактом. Поздно. А тут же такое, какие-то камеры, куча всякой фигни. Local turret defense has been activated. Понятно, нас там заметили. Значит, заметим, вернее, запомним нам сюда. О, есть какое-то окно, и тоже сотрудники ходят здесь, тоже находятся сотрудники. Не были там внизу. Я не знаю, что здесь такое. Я не знаю, что в самом низу здесь. Тут вообще, смотрите. Короче, надо будет куда-нибудь сходить. Наверное, вот здесь вот в следующий раз начнем игру. Ну что, пока. Пока в этом лабиринте тут фиг разберешься. Куча дверей, какие-то ящики. А тут что? Понятно. Ладно, в следующей серии разберемся. Все, пока.